Друзья, самое время подвести итоги нашего фотомарафона. Сегодня он замечательный и посвящен был поддержке Ice Challenge, который проходит в нашей стране в преддверии чемпионата Европы по фигурному катанию. Мы просили вас показать вашу утреннюю привычку, которая делает ваше утро более комфортным. Ну что же, фотографий было много. Огромное вам спасибо за то, что вы не поленились прислать нам фото, но все-таки победитель должен быть один, и мы его выбрали. Вот смотрите фотографию победителя. Вот фотография победительницы. Прислала ее нам Анастасия Перепечко. Анастасия, поздравляем вас. Ну, кроме сувениров, вы получаете от нас недельный запас природной питьевой воды от главного нашего водного партнера чемпионата «Святой источник» и билеты на сам чемпионат Европы, где забрать подарки вам расскажут наши редакторы.